ты ж, ты задрал гранату кидать, засунь их себе. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Редиска, Васаби, Скроми, King and Fire. Пацаны, скажите крутые слова. Привет и всем вам пиццы. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». И давно я не управлял аниматрониками, поэтому если петь, кушайте, приятного аппетита. А я начинаю играть за аниматроника и мочить пацанов. О, молодцы, двери поставили, красавчики. Я так хотел зайти и убить вас, но вы молодцы. Смотри, дверь открыта. Он может зайти под карту проваливаться. Ну, пацаны, как вам прийти? А, стойте, тут же вентиляция есть. Она закрыта. Вы закрыли ее? Они все закрыли, я не понимаю, как... А, не-не-не, ребята, это так не будет долго продолжаться. Я открыл дверь. Что было, пока не было? Идет очень злой аниматроник. У вас же тоже не может правильно дверь вечно быть закрытой? Вот смущает, вот он где-то тут. Вот я тут. Ушел, я на лифте сейчас буду подниматься к вам, смотрите. Так, я буду наверх. Все, вызывайте лифт. Не, он вообще опускает. Закрывайте дверь. Он с лифта опустился. Привет. Как-то так. Как ты вот? Ну что, теперь я главный. Подождите, а как вы дверь открываете? Сфигали, как, то, что? Слышь ты, езжай сюда. О, привет. Я тебя знаю, ты конченый. Надеюсь, ко мне никто не поедет. Я беру компьютер, пойду играть в Майнкрафт. Так, давайте возьмем маленького. Тук-тук, дверь откройте, пожалуйста. Она сейчас хавает. Отлично. Так, невидимым. Теперь мы что, тут навсегда? Невидимым вставать не могу. Это, кстати, печально. Так было вообще бимбово. Нет, уйди. О, нет, меня нечего. Можете, пацаны, маски использовать, если хотите. Если вам будет так легче. Ах ты, подлец. Крути дверь. Хулиган. Иди сюда. Ну не впустил своего. Ну что ты вообще такой? Такой. Дрой мне дверь. Не успел тебе тоже дверь открыть, я как чувствовал. О. Запах плохой. И ты там сидел. Ну что, откроешь мне двери? Пожалуйста. Сейчас, смотри, я тебе хлеба дам. Ну где? Честно? Я в подвале. А где хлеб? Эту дверь открыл. Вот зачем ты дверь открыл? Ты дурачок. Я. Ого. Аж 10 хп отнялось. Да ну подлец, не успел просто двери закрыть. Я могу предметы удалять, представляете? Отлично. Выживаем потихоньку. Так, а ну... Так, подождите. Давайте возьмем какого-то прям очень классного аниматроника. Например, вообще с другого пилпака. Вот, мой любимчик. Он не может исчезать, но у него 750 жизней всего. Пацаны, можете использовать оружие. Если вам так легче будет. Но если вы имбовые, пацаны, можете не использовать. Но я вижу, что вы проигрываете сильно мне. Прям сливаетесь. Так, откройте дверь, я пошел убить. Так. Ого, я могу быстро бегать. Оп, стоп. Как то что? Как то что? Я пропом убили, Димас. Как такое может быть? Кто за имбовая читерская кабака у вас там? Так, давайте попробуем по-честному проникнуть. Сейчас просунем. По-честному. Блин, вы что тут нагородили? Отойди. А я не могу никак нажать? Блин, я застрял, сейчас, представляете? Сейчас. Сколько у тебя, Димас, жизни? 750. О, спасибо. Спасибочки.
А, оружие, да, решил использовать против меня? Самого мощного аниматроника этой планеты. Да. О, убил! Галок, что? Да все. Хорошо, хорошо. Пацаны, на самом деле я вам хотел сказать, что я поддаюсь, но я не поддаюсь. Вы меня по-честному мочите. У меня кровь сверкает. Так, ну, пацаны, 25 жизней, 1000. Я, если что, в коробочке, не мешайте мне. Проходите. Ну что, как вы будете справляться с таким количеством жизней, как у меня? Сколько? 25 тысяч жизней. О, а сейчас я поиздаю звуки, вы должны знать, кто это. Мы не слышим звуки. Подожди, стой. А чё звуки не издаёт? Всё, меня закрыли. А кто это? Этот из четвёртой части, не Фредди, а как тёмный Фредди. Либо золотой Фредди. А кошмарные. Ты кто-то из кошмарных. Это я более чем уверен. Это ну, как тебе? Фредди, а как вы думаете, смогу я убить редиску? А редиска, это кто был? Так, а смогу я убить васаби-скромника? Который бегает с автоматом. Молодец, успел. Ждем. Сейчас только он выйдет, и его сразу убью. Васаби-скромник. Я не выйду. А чё ты такой сыкливый? Куда мне уходить надо? Ну, в офис зайди, пожалуйста. Я тебе хлеба дам. Честно? Да, да. Вкусный хлеб. Вкусно? Тебе нравится? Заходи, я тебе еще немножечко дам хлебушка. Да, я невидимый. Хорошо, стой видимым, чтобы вы могли меня дамажить. Да, не надо, я подожди. А, ну все, давай. Ща, если что, можно меня убивать. У меня тут кое-что такое. Редиска, последние твои слова. А, понял, скончался сам. Извини, так бывает. О, Among Us. Хороший человек был. Так, смотрите, а я могу убить через щелочку? Ну что, пацаны, вам поддаться чуть-чуть или не? Так не надо, закройте дверь. Сейчас... Не надо поддаваться, вы у меня хотите так выиграть, как есть? Да, не надо, сейчас. Ну, пожалуйста, пацаны. А где... Сейчас будет. Так что-то какая-то вакханалия творится. Если не умеешь пользоваться оружием, засунь его себе в жопу. Так, проходим сюда. Ого, тут шарами фигачит. Прям какой-то псих. Так, пацаны, вы же поломаете пиццерию сейчас. Да все равно она уже есть, все равно она. Голимая, да? Вам уже не нравится она. Ну чё, вы меня убьете? Я даже не буду другого брать принципиально, чтобы вы меня убили. Чидо, давай. Иди сюда, щенок вонючий. Нормально. Ну ни о чем. А Дима вот взял, убрал. И лампа прохода была один. Которая убивает всех с одного выстрела. Ты не умничай. А как? Ого, это что у тебя за шмастер? Так, шары R2 надо сваливать. Так. Не умеешь играть, не играй. Согласен. Дима, ты около меня просто пробежал. Отлично. Отлично. В смысле видел? Меня нигде нет. Ты чё, аккуратно поломаешь двери новые? Только покрасили вчера. Да я тут сижу в офисе. Ой, этот, отдыхаю в комнате. Какой? Их тут много. А, ну здесь одна комната. Ну кто-то из вас постреляет по этой двери вонючей. Я ее закрою. Нельзя открывать. Закрывать двери. Эй, закрой конченую дверь, Ого. Ты у нас в офисе? Ну что, давай, заходи. Я понял, где. Ты понял, да, где я? Ну давай. Да, Димас, тебя видно. Через камеру, я тебя нашел через камеру. Ах ты конченый. Там, здорово.
Блин, и успел же просунуть гранату, слышишь? Не-не-не, в этот раз я тебе не дам этого сделать. Димас, где он сайт, блин? Если ты не умеешь играть за игрока, не играй. Я где-то... Знаешь, сейчас аниматроников я еще буду. Слышь, ты задрал гранату кидать, засунь их себе. Дима, я тебя видел. А ну иди сюда. Эй, хулиган. Мне страшно. Димас, вот ты меня убил за то, что я кидаю гранаты? Ну конечно. Ну чё, иди сюда. О. Да, рикошет был. Пробития не было. Да хорош кидать гранаты. Пацаны вообще какие-то слабые, очень. Пацаны, надо... Да ты задрал чикать своим ножичком. Вот. Я не сдамся, пацаны. Я не сдамся до последнего. А Дениска, ну что? Блин, блин, да не упает. Ты дебил. Я сзади. А где он? Ах ты, тварь, пригвоздил. Успел. Так, я его будь внимательна. Надо быть внимательным. Тварь! Ну чё, пацан? Ах ты, Галина. Слышу, как вы там тарахтите какой-то штуковиной. Слышь? Ты меченосец. Не умеешь пользоваться мечом? Не пользуйся. Дай другим людям поиграть. Ай-яй-яй, кто там автоматчиком заделался? Пацаны, я вас сегодня жестко наказываю, но вы не можете мне ничего реально сделать. Сегодня аниматроник очень вас жестко пугает. У вас скримеров нормально сегодня наловились? Да, я просто вообще... Мне сегодня придется... Ну где-то... Грузовик штурмом заказывать. Подожди, что не удаляется? Во. Так, пацаны, я еду вниз, прощайте. У меня есть идея на руку. Не-не, пацаны, у вас нет идей. Так. Пацаны, я внизу, ну что, вы идете ко мне? О, привет! Ты каким тут судьбами попал вообще? Димас, подожди, тебе споры к нам придется идти. Не-не-не, не буду идти к вам. Так, ребята. Димас, у нас бомба, беги лучше. У вас бомба? Ах, вы галимы. Я, кстати, первый бомбу взорвал. Я тут C4 ставил, значит, все время. Нет, так не пойдет, моя бомба лучше. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Это просрала твоя бомба.